Кипаса, ребята, кипаса, блин. В общем-то, уже скоро Новый год, остался месяц. Месяц, ребята, месяц. В общем, ребята, смотрите, у нас столько снега. У нас такая, блин, прикольная зимняя природа, да? Вообще, вот я выехал в лес. Вообще, ну просто классно. Ребята, знаете, на чем я выехал в лес? Сейчас я вам покажу, ребята. Я выехал в лес на вот этом вот танке. Этот танк, ребята, прет на кроссовой резине. Сейчас по снегу он прет просто, знаете, неимоверно прет. Еще хочу зашиповать резину, и будет тогда вообще норма. Короче, поставим новую резину наперед. Вы, наверное, уже это видели. Смотрите, она вообще прям классная. Дорогу держит прям вообще прям лютая резина. Потом еще установлю одну дополнительную противотуманку. Светит она сейчас, посмотрите, как она светит. Она не просто светит, пацаны. Она просто ослепляет так конкретно. По лесу вообще самый кайф. Ну, на трассе я их не включаю. Это чисто дополнительный свет к дальнему свету. Вот, к этой желтой, блин, фаре, которая ни хрена не светит. Но я хочу туда установить диодную лампочку, а там посмотрим, ребят. В общем, все круто, все классно. Поехали кататься. Так, ну что, пацаны, поехали. Уральчик тема, задняя резина тоже огонь. Все огонь, ребята. Смотрите, какой след. Просто лютый след остается. Она прям... Сегодня еще нулевая температура. На улице ноль, сцепление, ну, мягко говоря, не айс, а вот когда будет минус 10, сцепа будет просто хорошая. Плюс я еще куплю шипы и зашипую эту резину. И тогда вообще все будет бам-бам-бам, кипаса. Как сказал бы Санек, Саня, кипаса, братан. Мы тебя не забыли. Гоу, ребята, погнали, катось. Я сейчас вам покажу такой крутой овраг. Блин, там на самом деле, ну, не особо безопасно. Тем более сейчас нулевая температура. Но все-таки попытаемся, ребят, проехать. Короче, попытаемся, ребят, проехать. Я думаю, у нас все получится. Блин, настроение огонь. Передаю вам свое суперское настроение в этот зимний день. В этот зимний снежный день, ребята. Это просто, блин, классно. Очень даже. Вообще, мне прям нравится, тем более на мотоцикле, блин. Все уже сезон позакрывали, а я еще, блин, катаюсь на мотике. И буду кататься всю зиму, пока, блин, метровые сугробы не будут. А там что-нибудь придумаю, а там уже и весна, ребят. Вообще классно. Вообще просто, ребята, вы бы, блин, знали какие-то эмоции. Если вы живете недалеко, если вы живете недалеко с лесом, можете с другом скинуться и купить Урал на двоих. И вообще будет бомба, ребят. Вообще будет бомба. А я пока еду. Чем хорош Уральчик, то что чуть-чуть газу. И он, блин, прет. Я сейчас чуть, блин, не выпрыгнул из-под него. Охренеть! Только вот зацеп до земли прям достает, и я прям бах, почти улетаю с мотика. Просто жесть, просто лють. Классно, классно, пацаны. Ну погнали в самый лес, в те овраги, ребят, которые сейчас нам подарят адреналин. Так как я еду один, люлька у меня любит почему-то очень сильно подниматься, задираться, ребят. Хотя я весь вес вроде бы стараюсь перемещать на правую сторону. И люлька у меня, в принципе, отрегулирована тоже правильно. Даже можно сказать, более чем. А вот здесь вот опасно, здесь есть вероятность съехать. Ну и так вот прям неприятно будет. Ребят, смотрите. Все, я уже съезжаю. Давайте уж съедем, что. Потому что по-любому я не удержусь на таком покрытии. Я не удержусь на таком покрытии. Вот здесь прям посерединке просто.
как бы при такой температуре, при нулевой, это нереально. Вообще классно, огонь просто, блин. Вот здесь кто-то ходит. Следы какие-то, кто-то ходил, короче, здесь уже по лесу сегодня, между прочим, сегодня. Вчера шел сильный снег. Так, ребята. Блин, вообще ведь круто, да? Урал, зима. Вообще прям топчик. Топчик прям. Так, вот эти вот овраги очень крутые, ребят. Давайте спустимся. Я уже тут по ним гонял еще до снега. Ну как, когда чуть-чуть прям снежочек был. Да и вот, пацаны, мы уже здесь. Мы уже здесь. Вот эти овраги, они довольно-таки крутые, ребята. Просто посмотрите сами. Такой подъем заехать сейчас. Я, конечно, не знаю, блин. Но я попытаюсь, пацаны. Вот в этот овражек. Он мне очень довольно-таки нравится. Главное, руль не повернуть, блин. Вот он, муравейник, блин. Хотел его взять посередине, но что-то не сориентировался. В последний момент его заметил. Попытка номер два. Вообще прям Лють. Да, еще, кстати, резина ничего не подспущенная, ничего. Как двоечка накачанная сзади, так она и есть. Гол! Давай! Кипаса! Блин! Офигеть! Вот это поворот! Охренеть, пацаны, еле зашел. Блин, резина жесткая, конечно, нормально так ревет. Кроссовая резина. Нормально, да, так буксанул, блин. Начинаю, прям все время в буксе ехал. Начиная вот оттуда, от муравейника. Джух. Вот здесь сцепление потерялось, конечно. Или я здесь бавил газ, смотрите-ка, ребят. А, нет, это все закидало просто сюда. Я не мог сбавить газ. Если бы я сбавил газ, я просто не заехал бы. Блин, круто. Давайте еще разочек проедем, еще разочек поднимемся. Гоу, погнали. Урал, тема. У кого Урал, ставьте пальцы вверх. Чуть не, блин, перевернулся. Но у меня все, ребят, везде экшен. Постоянно экшен происходит. Опа. Так, потихонечку спускаемся. Со второй попытки заехать смог. Ну а чё, блин, давно уже такого у меня не было, адреналина. Такие горки небольшие. Так, ну чё, всё. Вес назад, центр тяжести, и всё. Вот отсюда газовать муравейника. Гоу! Вообще чётенько. Вообще нормально. У меня такое ощущение, как будто я ему, если еще дам газу, он у меня вот так вот опрокинется. Вот почему-то вот с этой резиной такое ощущение. Она прям, ты чувствуешь, как она зацепляется. Он прям вот так бах-бах-бах уходит, прям перед поднимается у него. Когда у меня была обычная сзади резина, он просто шлифовал и все.
Офигеть, блин, нормальненько. Четенько, ребят. Как вам такой контент? Такой маленько такой. С бездорожьем, блин. Че, погнали дальше?